Прием, прием, леди и джентльмены, на связи Шедимен и, конечно же, леди Леска и Нубик Кубик. Всем большой привет! Привет, друзья! Сегодня мы проведем супер интересный эксперимент по уменьшению своего размера, а также, когда мы уменьшимся, мы постараемся попасть внутрь нуба, а именно внутрь Брока. Пока что он сейчас ночью спит, он ничего не заметит, ему будет никакого вреда абсолютно нанесено, так что все будет хорошо, за него не беспокойтесь, он даже ничего не заметит. Но уменьшимся мы сегодня в 4000 раз, друзья. Смотрите, если я сейчас сюда нажму, я стану настолько маленьким, то что вот посмотрите, насколько гигантский сейчас Нубик, и я стану большим, и сейчас Нубик становится маленьким, и он настолько маленький, то что вот и Леску, и Нубик их просто-напросто вообще не видно. Представляете, насколько мы сегодня уменьшимся. Ну а ты, кстати, прямо сейчас пиши в комментариях, что бы ты хотел лучше, уметь супер сильно уменьшаться, либо же наоборот увеличиваться. Пиши в комментариях и ставь лайк под этим роликом и жми на красную кнопку подписаться. Ну что же, пока что на улице, кстати, практически полночь, так что мы времени терять не будем. Поднимаемся по-тихому на второй этаж, чтобы Брок ничего не услышал. Так, все, пойдемте. Надо все делать беспалевно. Так, вот он, ребят, спит. Надеюсь, он даже что он не проснется. Ничего пока что не подозревает. Так, короче, я сразу на стол вот так залезу, потому что я когда буду уменьшаться, я стану проснется? Прям супер маленьким. Нубик, мы настолько маленькие, на то что он кровати. Не заметит. Мы на как вообще прям, я не знаю. Так, ну что, готовы? На счет три. Нубик, не толкайся, то давайте. Я потом... На счет три мы уменьшаемся. Раз, два, три. Уменьшение пошло, аккуратнее! Кажись, сработало, мы стали настолько маленькими, то что мы попали внутрь Брока. Что, я не знаю, что это. А где мы, интересно? Нубик, это, наверное, я не знаю, Нубик, не знаю. Смотрите, а вот это его зубы, у него же мало. Ну, возможно, кстати, я не знаю. А это его горло. А мне кажется, то, что это либо ухо какое-то, либо еще что-то. Возможно, это ухо, кстати. Почему бы и нет, кстати, ну, реально. Мы же сбоку там телепортировались. Фу, что там такое в ухе? Что? Там всякая у него паутина какая-то. Я не хочу в ухе ходить. Вы что, погнали, что ли? Я не знала, что ухи такие... Уши, Нубик, да? Уши, они такие получаются. Тут у него зомбак, прикиньте, сидит. Это что такое вообще? Реально, вот он. Слушайте, поэтому он ничего не слышит все время, да? Наконец-то. Говорим. Он ничего не слышит. Он не опять слышит, поэтому. Нубик, давай, ты сможешь. Ты слушай, сможешь он нам пройти. Еще спасибо скажет, мы ему так, сейчас тут. Сейчас я тебе помогу. Чистим, да, если получится. Так, а я зомбака не видела еще. Так, пока что мы идем просто. Ой, так, я вот сюда пойду. Я убрала, так. Убрала. О, нет, тут тупик, сюда не идем. Сюда тут не идем. Тупик, сюда идем. Что? А, еще один. Сейчас я внутрь. Я пройду туда на ту сторону, короче. Сейчас я туда пройду. Да на тебе, получай, зомбятина. А может быть, это не зомби, это микробы такие. Может быть, ну скорее всего, да. Это какие-то супер микро-маленькие микробы, короче. Мы же сами сейчас как микробчики бегаем тут. Так. Так, и что, в разные стороны? Сейчас ухо зачесалось. Так, ребят, вы где там? Может где быть. Там? О, слушай, ё, еще один, ой, еще один прям передо мной. Мы разъединились, сейчас, мы сейчас потеряемся. Тут. О, давайте тогда Нубик. За мной, получается, я в нужном направлении пошел. Нубик, ага, мы идем, идем. Так, Нубик, идемте. Идем, вы зелик, прямо. Надеюсь, побольше взяли, да, зельки да, этого ночного много. Зрения? Потому что мне тут как бы это... Шеди, так, там паутина угол? Вообще... О, мы с вами прям параллельно идем, смотрите. Я вижу вас, но... У меня слушай, тут а еще мы... зомбятина. А мы трое. Соединимся, нет? Прикиньте. А нет, двое, Нубик, двое. Нубик, он там сад, двое, с тремя, двумя. Резко так, так. Наши цели да не что мы возвращаемся к Шеди. Давайте. Там слушайте, мы вроде какая-то. Так близко, но так далеко на самом деле друг от друга, представляете? Да, так, мы, представляете, какого размера? Так, так вы где? Во-во, вы идете. Зачистили, еще один. Да что ж такое-то? Почему тут так много? Хорошо, хорошо, я пока справляюсь с ними. Слушайте, это вообще что-то он что, вообще не чистит свои уши? Ой, не знаю, не знаю, это такое дело, конечно. Так, что он... Ай, так. Тупик, туда нет смысла идти. Давай вперед а проходим. А давай паутину хотя бы уберем, да, а то я тупик. Не знаю, как он так живет. Да, вообще. Можно убрать, конечно, да. Так, я туда пошел, налево тогда. Там тупик, если что. Резко направо тупик. Так, я направо убираю паутину. У меня тоже тупик, ребят, погодите, я что-то забрел а куда-то, есть? Вообще не туда. Шеди, вот тут, вот смотри, иди вперед. Вот, вот, вот. Да, правильно. О, слушайте, все, отлично. Тут столько паутины я убрала. Отлично, а тут... наконец-то. Широкое... Смотри, что о, он? Ребят, прошли, это что такое? Это что? Его. Так, знаете, на всякий случай сейчас это вот так зубы. Вот все это дело сделаю. В смысле, это он что, горячего какие зуба зубы? Выпил? В смысле, Нубик, какой зуб? Это не зуб, по-моему, это а что-то это другое. Такое горячее? Я это знаю, же... это я знаю. Желудки. Это желудок. Это желудок. Желудь? Он суп ел сегодня, помидорный. 21 веревочка у меня, прикиньте, я сломал ровно 21 паутину. Как так вообще? Апельсиновый сок. А что он такой слушай, горячий? А тогда? Что он такой тогда? О, нет, дурацкий апельсиновый ой, сок. Что такой не настоящий, горячий. Нет, по-моему, это соус его чили какой-то.
Слушай, вы на самом деле что-то острое ели? Это вообще соус, да? По-моему. Так, ребят, смотри, ну что, пойдемте? Я там вижу у него впереди что-то колючее, короче, повсюду. Да перестань уже гореть, что за соус дурацкий такой? Так, о, наконец-то. Так, надо здесь, наверное, опа, это вот точно, так вот сделать. Это точно соус чили. Он его просто перемолол. Перемолол? Ха, в смысле? Нет, он перчик перемолол, острый. Давай, Нубик, паркурим, паркурим. Ой, аккуратней, чуть тебя не столкнул. Леска, я думала, в своем репертуаре. Леска, давай, тут вообще изично, да, Нубик? Изично, да. Я знаю, что так, изично. Проходи. Так, я тебе чуть-чуть фору даю, что ты вперед ушел. Так, вперед, вперед, вперед. Так, ничего тоже... Нужна. Нубик, слушай, ты можешь потом отдельно взять в интернете открыть и посмотреть, что печень делает. Давай не сейчас только, я вообще не врач и не знаю точно. Так. Оп, о, слушайте, у меня Леска, тут... ну что ж такое там? А у меня что-то такое торможение всего просто происходит, я то ли из-за этой горячей вашей штуки... Леска, погоди, у тебя крюк же есть, ты можешь как-то по крюку, короче, кстати, что-то что подумал? Ну можно, попробуй, да? Я только не знаю, как ты это все дело перелетишь. Я не знаю, возможно ли это вообще сделать, честно говоря. Так, вообще без понятия. Возможно. Возможно, конечно, ой, с одного блока на другое как-нибудь аккуратненько, но я сейчас не хочу это делать, потому что... Леска опять полилась в чили. Потому что нам придется что-то... потом падать. У нас сюда. Какие-то... Там кактусы, что ли, у нас какие-то иголки тут, кактусы начались. Как вы думаете, что такое? Вот что он мог съесть, то, что у него кактус здесь вообще? Я не знаю, может это огурцы? Да не. Какие-то странные огурцы, по-моему. Да что за это такое? Леска, ну что ты идешь там? Ты где там? Крюк надо взять. Иду я, давай я с крюком. Давай попробуем. По-моему, на крюке реально можно намного легче. Вот смотри, видишь, Нубик, вот так, короче, взять. Я хочу повисеть. Так, а у вас там потолок есть, что ли? В смысле? Так вот же потолок над нами. Это что, не потолок, что ли? Ой, я забыла, что мы внутри блока. Опа, аккуратненько. Так, не. Ну тут, конечно, тяжеловато, но как-то можно все это дело сделать. Леска, слушай, ну... Ты так, конечно, будешь очень долго проходить, я не знаю, я мне все кажется. Равно дойду до вас, я дойду. А, наверное. Ну давай, давай, давай. Надеюсь, что у тебя получится это сделать. Это очень сложно. Так это что? В прыжке зацепиться очень сложно. Что сложное. Там вообще интересно? Вдали что-то тоже... О, нет! Ой, Нуби, куда ты залез? Ты сейчас придется заново все там это... Нет, все нет, это нет, дело нет, делать. Это сделать. Так, Леска, опа. Живи! Живи! На канат подтягивайся. Так, ждем Леску, ждем Леску пока что. Сейчас меня потушит немножко. Так, я пока зельку еще одну использую, вот так на двоих. А оп, давайте отлично. Вы пока проходите, я поняла, это так лабиринт, куда дальше? Нам все равно вместе надо, сейчас потеряешься в броке, и все, не вылезешь потом отсюда никогда. О, все. Леска, давай уже сделай что-нибудь, я не знаю, мы без тебя все равно дальше пойти не сможем никак. Хорошо, давайте, я иду к вам. Смывайся, короче, ждать. Как-нибудь. Ты так, ну да, как сюда пройти? Как сюда пройти, куда тут именно нужно а идти? А что это печень? Ну да хватит уже одно и то же говорить. Я не знаю, что это, я бы не говорил. Это так. Огурцы, наверное. Так, здесь какой-то лабиринт, ну, понятно, короче, что не колючий. Огурцы, уж я не знаю. Там лабиринт обычный, тут колючий какой-то. Ой, непонятный. Тупик. Так, ну я куда-то иду. Там тупик, да? Я куда-то очень медленно иду, продвигаюсь, не знаю, правильно это или нет, но, по-моему, ой, пока что все окей. Слушайте, а что это такое может? А, может это какие-то микроскопические такие штуки, это внутри какого-то органа? Я не знаю. О, мы есть, все, у меня получилось. Мы же ребята, очень маленькие, меня наверное, это что-то подобное. У меня получилось пройти. Так, вы где? У меня о, Нубик, Нубик живет. А где Леска? Слушайте, я вижу какой-то просвет. Так. А я чуть тебя вообще не вижу. Ты где находишься-то? Вот я уже почти выйду. Я вижу, там опять что ли перчика наелись. Через кактусы ты можешь опа. А вот и я, приветики. А, вот ты где, все, наконец-то. Так. Ну что, а теперь получается уже это тут как бы, наверное, посложнее будет, потому что я себя облаву еще подпалил. Так, ребят, стойте. Сейчас, секундочку, у меня так. Немножечко пространства. Нет, тут будет намного сложнее, ребята. Это плохо. Это получается... это плохо, походу. Я подпалил себе в силе. Так, зелька. Зелька на всех. Зелька, зелька да, на всех. Все время. Так, слушайте, а я же могу не обязательно туда. Опа. Я же могу вот так вот сделать это все. И надеюсь, то, что так будет. Слушай, намного лучше. Есть, получилось. Опа. Получилось, Нубик, только в лаве не плавай, только в этой жгучей. Аккуратней. Так, я жду, пока что ты там прилетишь. Опа. Аккуратней, куда опа. Ты мимо-то, Нубик? Что слушайте, такое-то? Вообще всё, вот это вот, честно говоря, подстава. Нубик, в лаве только не плавай. Я говорю, если в лаву, то лучше вообще сначала все это делать. Так. А смогу я, короче, туда прям до конца перелететь? Или... Ладно, я не буду экспериментировать. Хотя нет, стойте. Нет, ребята, у меня просто чуть-чуть не хватило. Ой, просто чуть-чуть не хватило, так, короче, чуть-чуть. Совсем. А надо прыгать, чуть-чуть, а надо с крюка прыгать в это отверстие или сразу? Слушай, опа. Я не опа, знаю, опа, я бы подождал, пока сначала все, наверное, дойдут, а потом уже идти куда-то. Слушайте, вот прям чуть-чуть мне не хватило, просто чуть-чуть. У меня, в принципе, чуть-чуть... в смысле, куда меня назад утянуло? Я сейчас что-то не понял, что было вообще. А вы знаете, вот что было? Вы вначале так, задеваете, есть, когда начинаете так, подниматься. Отлично. Можно я
Что? Вот, все, смотри, я уже здесь. Ты можешь тоже сюда переместиться пока что. Да что ж за жгучие, непонятные, дурацкие эти соусы вообще. Так, леска, ну давай, тут-то ты должна уж пройти, что ж такое-то. Давай. Как-нибудь, тебе не обязательно цепляться за эту золотую штуковину. Тебе можно просто к потолку цепануться и все. Да, 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 вот именно, вот именно. Да, я за потолок цеплялась. Просто я когда прыгаю, я зацепляю немножечко вот этого соуса. За стену. Ну, Бик, ты что стоишь тут так? Так. А что это что? Стучит это, где-то это постоянно. Это что за дырка? Еще. Да это я задеваю, я головой ударилась. Подождите. О, вот это да. Кстати, больно. А, кстати, да, что здесь вообще? Погоди. Так, о, там что-то какая-то вода, я не знаю, что это такое, но что-то синее непонятное. Леска, только не сгори. Только, пожалуйста, не сгори, ну я же говорю, ты в лаву, если падаешь, ты сразу крюк используй, цепляйся к потолку и к нему тянись, и ты не успеешь даже догореть-то толком. Подождите. Так, ну ждем. Ждем, мы ждем, мы ждем, мы ждем. Давай, Лубик. Главное, чтобы Брок не проснулся. Если он проснется, нас с вами тут всех перевернет вообще. Слушай, кстати, да, тут начнется такое землетрясение. И вот это вот соус выльется на нас. Долго. Ты очень долго все делаешь. Ты падаешь, и надо сразу цепляться к потолку. Ты очень долго это делаешь. Это соус выльется на нас. А, так. Попытка 200 получается. Я не знаю, сколько это все будет еще длиться. Мы сейчас в дырку пойдем, да, в эту? Там вода какая-то, я не знаю, что это такое. Оп-оп, вылезись, вылезись. Леска, потолок, я жду, ты упала в лаву, сразу к потолку, ты очень долго это делаешь. Зачем ты плывешь, что просто по лаве? Это, конечно, бесполезно все будет делать, ты сгори. Так, конечно. И что? Повисла там. Это что-то вообще, давай сейчас, опа. Ждем, Нубик, ждем, ждем в любом случае, нам идти тут как бы некуда, я не знаю. Или, короче, еще 30 секундочек, и мы, получается, проходим дальше, потому что вечность мы тоже стоять не можем. Во-во-во-во, все, наконец-то пошло. Наконец-то. Ой, вот сейчас ты можешь вообще настолько сильно раскачаться, то, что только... Леска лавы тебя сжигает, зачем ты в нее... Я случайно. Лубик, все, я не могу ждать, пойдем. Идите. Пойдем, это бесполезно. Все, раз, идите, я все равно два, дойду сейчас. Три, полетели, полетели вниз, давай сюда. Есть, отлично. Это так, что? Мы стоим внутри. Здесь какая-то дверь. Здесь, короче, какая-то дверь. Что бы это могло бы быть? Что это такое? И где вы теперь? Мы снизу, в смысле, мы спрыгнули, тебя ждем. Так, Нубик, пойдем. Там снова зомбаки, прикиньте. Это что? Это мозг? О, летучая мышь. Так, Нубик, пойдем, заходим. Так, аккуратнее будь, смотри, тут все нападают только. Я почти прошла, сейчас я буду у вас, меня ребят, прям тут, секунду. Короче, да что ж ты, отвали ты. Нубик, а что они такие быстрые вообще, да, что такие ненормальные эти зомби? Так, да что так, ты? Так, все, раз, два. Так, туда есть минус один. Прыгаю. Все, отлично, еще последний остался. Так. А куда тут идти, чего делать? Ой, я не знаю, что это я за коробка горю. Вообще? Я до сих пор горю. Где-то его мозг? Слушайте, а вот это похоже на голову, кстати, реально. Может быть, это то, что у него в голове находится вообще, смотрите. Опа. Что-то какие-то кустики. У него земелька и кустики. Нубик, а у тебя тоже, короче, в голове вот такое непонятные. Же, одни земельки да кустики. Да, да, по-любому. Хрюни в голове. Какие хрюни, Нубик? У тебя вот слушай, тоже надо будет вот к тебе такая голову отправиться, заглянуть туда. Так, а что нам дальше делать? Как нам отсюда выходить вообще? Слушай, может, так, а есть какие-то просветы крюком подтянуться, если? Я не знаю, по-моему, нет. По-моему, это... нет. Есть тут где-то только раскачаться или куда-то подняться, я не знаю. Я хочу убрать у него всю паутину из головы. Хотя, ребят, по-моему, он уже начинает просыпаться. Не знаю, как мы будем назад выходить, то слушайте, нам нужно срочно что-то придумать. Слушайте, а представляете, он сейчас проснется, такой умный станет, без паутины в голове. Реально, такой, реально. Вообще, так, ладно, ребят, погнали, я не знаю, надо способ искать как-то либо отсюда выбираться, либо еще как-нибудь. Ой. Быстрее бежим, нужно подальше отсюда убежать. Я только вообще как будто бы не двигаюсь уже? Абсолютно. Почему я не перемещаюсь, ребят? Так, ладно, что бы это ни было, я становлюсь снова большим. Раз, два, три. Ай, уходим отсюда. Все, бежим. Ой, быстрее, хотя нет. Быстрее. А он спит еще. Я думал, он проснулся, короче. Ложная тревога была. Я думал, то, что да он спит. Да он, наверное, во сне переворачивался. Ладно, он думал, даже ничего не заметил. Да, так нет. Что все будет нормально. Слушайте, ну этот эксперимент работает. И получается, с помощью этого можно вообще в любой предмет залезть. И вообще, ну, не знаю, вот в печку залезть. Можно в сундук залезть, не знаю, да, еще главное, куда-нибудь. Печку там. Никто не включил в этот момент. Да, если печку включить, это, конечно, будет очень плохо, и мы вообще сгорим там полностью. Фух, ну что ж, друзья, вот такой у нас сегодня крутейший получился эксперимент. Вот, надеюсь, то, что он вам понравился, нам понравился, ну, наверное, все-таки, ну, хотя, не знаю, Нубик, тебе понравилось там или нет вообще? Понравилось! А что именно? Не понравилось, как
как мы там по блокам прыгали и крюками зацеплялись. В общем, в Броке на самом деле ничего такого крутого, интересного не было, но самое главное то, что у нас все-таки эта штуковина сработала, и может быть в следующий раз мы переместимся либо залезем еще куда-нибудь. Ну а на связи был Шадиман, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока! Пока-пока, друзья! Всем пока-пока!